Куб Навального в Улан-Удэ сегодня в 14:00 на площади Революции должен был стартовать пикет в поддержку Алексея Навального. Но конструкция до сих пор не собрана, а время уже 3 часа, не раздаются еще и листовки. Возможно, это связано с тем, что мероприятие долгое время в мэрии не согласовывали. В итоге разрешили провести пикет только здесь. Отмечу, что это всероссийская акция. Ее уже провели почти во всех городах, где есть штаб Алексея Навального. Таким образом, сторонники оппозиционера намерены добиться допуска своего лидера к выборам президента страны в следующем году.